10-й троллейбус продлить, 30-й и 3-й автобусы отменить. В Чебоксарах идет голосование по изменению городских маршрутов. Оставить голос горожане могут на портале «Открытый город». Перемены коснутся маршрутов автобусов 2, 3, 30, маршруток 12, 26, 35 и 10-го троллейбуса. Если подробнее. Троллейбусный маршрут номер 10 собираются продлить в Альгешево. Правда, на нем всего 5 троллейбусов. Еще столько же планируют закупить Республика. Третий троллейбус запустят в Новый Город. В связи с этим предлагают 26-ю маршрутку отправить в поселок Энергетика вместо Семерки, которая к Энергетикам заезжать перестанет, а поедет сразу к мужскому монастырю, как и ходила в этом направлении до реформы. Северо-западный район и Гагарина вновь объединит один автобус, номер 12. Маршрутку номер 35 собираются отправить в Солнечный, 24-й продлят по улице Гладкова. При этом планируют отменить 30-й и 3-й автобусы, потому что 65-й будет заезжать на ЖБК номер 9 и доезжать до кладбища по расписанию. Более того, на него должны будут выйти большие и средние автобусы. Чтобы проголосовать на портале «Открытый город», требуется авторизация. Можно сделать это с компьютера или с телефона, скачав одноименное приложение. Завершится голосование 15 июня. Кроме этого, на эту же тему проведут прямой эфир. Он начнется 7 июня в 2 часа дня на странице ВКонтакте порталов «Открытый город» и «Чебоксарские новости». На вопросы о схемах маршрутов, вынесенных на голосование, ответит начальник отдела транспорта и связи администрации Чебоксар Андрей Васильев.